Общественная палата республики подписала соглашение по наблюдению на выборах с рядом крупных организаций. Среди них Народный фронт, профсоюзы, ДСАФ и другие. Задача – мобилизовать и объединить все структуры на проведение выборов президента Российской Федерации. Много существует общественных структур, должны не только консолидироваться в организации выборов, а обеспечить их легитимность, обеспечить их качество проведения, обеспечить, чтобы народ знал всю палитру этих выборов и знал, кто кандидаты, какие существуют программы. То есть вот важно как раз и эти все общественные структуры мобилизовать вот на эту работу. Тем самым говорим о своем согласии коллективно участвовать в этом процессе, консолидировать свои силы, силы одной структуры, силы другой структуры. Но сила в чем? В понимании, что мы должны быть активным избирателем. Наблюдатели на выборах будут осуществлять контроль за честностью и законностью голосования, от оформления бюллетеней до подсчета голосов избирателей. А пока руководители проводят разъяснительные беседы внутри коллективов. В этой ситуации мы тоже ставим задачу, чтобы каждый молодой человек принял активное участие в процессе выборов президента Российской Федерации. С ними встречаемся, проводим работу. У нас очень много волонтеров, наблюдателей со стороны студентов. Мы буквально вчера провели учебу с ними, очередную учебу, на которых объяснили, как действует наблюдатель на избирательном участке, какие он должен знать правила поведения, своего поведения, как он должен реагировать на нарушения, если они будут какой-то со стороны избирателей. То есть это тоже большая работа. Всего на приглашение Общественной палаты республики помочь в подготовке наблюдателей откликнулись около двух десятков общественных организаций. Это ветераны, представители Союза журналистов, исторического общества, медики-волонтеры, члены коллегии адвокатов и многие другие. Многие из них уже принимали участие в прошлых выборных кампаниях. Напомню, выборы президента России пройдут в марте 2024 года.